Всем привет! Сейчас я хочу вам рассказать, показать и объяснить, как можно зарабатывать в интернете на рынке Форекс, абсолютно не вкладывая собственных средств. Для этого нам нужно будет пройти две регистрации по ссылкам, которые я расположу внизу видео. Проходим по первой ссылке и попадаем на сайт дилингового центра InstaForex. Вот он у нас. Здесь нам нужно будет открыть реальный счет. Спускаемся вниз и нажимаем «Открыть реальный Форекс счет». Нажимаем на него. Здесь нам представлен договор, который вы можете прочитать, если захотите. Ну а так нажимаем «Согласен с условием договора». Проходим регистрацию. Простая обычная регистрация, которую, думаю, не раз все проходили. Я заполнять ничего не буду. Проходить регистрацию как бы не буду. Просто вам объясню, покажу, что куда писать. Как, зачем и почему. Физическое лицо. Это оставляем. А вот эти все данные. Фамилия, имя, отчество, дата. Адрес, город, область, индекс, страна, телефон, e-mail. Все вводим свои данные, все прям паспортные данные, все свое. Потому что если вдруг какие-то проблемы возникнут у вас с выводом денег или еще с чем-то, вам нужно будет представить копию своего паспорта. Телефон, e-mail, все свое вводим. Ну с этим, думаю, понятно. Пароль. Пароль можете написать свой, а можете просто нажать «Сгенерировать». Он генерирует неплохие пароли, достаточно сложные, которые, ну, очень будет сложно взломать. Тип счета оставляем стандарт. Торговый сервер выбираем Европы. Плечо оставляем, валюту оставляем. И вот здесь теперь внимательно в поле «Партнерский код» нам нужно будет ввести RuForum английскими и маленькими буквами слитно. Вот RuForum. Сейчас покажу побольше. Вот это нам надо будет ввести туда, в партнерский код. Это обязательно. Если у кого уже есть открытый счет, он не подойдет. Надо будет опять открывать заново. Проходим по моей ссылке, открываем счет, пишем RuForum, все заполняем. Это надо обязательно. Если мы не напишем, нам не будут выплачивать деньги, на которые мы и будем торговать. Все, здесь нажимаем, ставим галочку и нажимаем «Открыть счет». Нас переносит на следующую страницу, где нам показывают свои данные. Номер торгового счета, пароль трейдера. Примерно вот такие. Ну, у вас, конечно, все будут свои данные. Но это я для примера показываю. Все эти данные желательно сохранить. Можете также в блокнот, как и я. Я сохраняю одну копию в блокнот. Еще и переписываю на бумагу свой собственный блокнот. Также вам на e-mail придет такая же информация. Все вот эти данные. И еще какая-то информация. Все, вот здесь мы открыли счет, прошли регистрацию. Переходим по следующей ссылке и попадаем на форум. На этот самый RuForum. Вот он у нас, RuForum. Здесь тоже нам нужно будет пройти регистрацию. Нажимаем на регистрация. Здесь тоже простая регистрация. В поле имя можете вводить свое имя английскими буквами. Имя там погоняло, кличку, без разницы. Английскими ввели. Написали, не занято, значит нормально. Пароль. Повторяем пароль. E-mail. Опять повторяем e-mail. Вопрос. На вопрос тоже обязательно надо ответить. Вопрос, кто изображен на картинке. Тут даже вот написано лось. То есть тут ничего сложного нету. Пишем сюда лось. Так, реферал мы оставляем.
пол выбирайте, кто вы есть, мужчина, женщина, вам лучше известны. Стаж на Форекс можете, если у вас есть стаж на Форекс, можете указать его, если нет, то там напишите просто 0. Все, и я ставим галочку и нажимаем регистрация завершена. После этого пройдите на свой e-mail, который вы указали в вот этом поле. И вам придет туда письмо от этого форума, в котором вы должны будете подтвердить свою регистрацию, пройдя по ссылке. Ничего сложного, там проходите по ссылке, и вам пишут спасибо там, кто вы здесь написали. Ваша регистрация завершена. Дальше заходите в форум. Сейчас я зайду в свой аккаунт. И уже объясню, как бы, как мы и почему зарабатываем и за что нам платят деньги. Опа, неправильно написал что-то. Итак, зашли на форум. Вот у нас это главная страница. Здесь проходим в мой профиль. Здесь проходим бонус за посты. Вот у меня вот здесь уже прикреплен счет от компании InstaForex. Вот здесь прикреплен счет. Вот номер моего счета. Когда прикреплен. А у вас здесь будет окошко прикрепить торговый счет. Вы нажимаете на это окошко, и у вас там вылазит поля. Верхнее поле будет номер торгового счета. Вы прикрепляете, вы туда прописываете или копируете, как вам удобней, свой номер торгового счета, который пришел вам. У вас личный, который вы зарегистрировались, который получили. И внизу также будет пароль трейдера. Копируете вот это туда, вставляете. И нажимаете прикрепить счет. И у вас уже появляется вот такая окошко, где вам говорится, что прикреплен счет. И теперь уже вы можете как бы зарабатывать бонусы. Этот сайт, форум, он платит деньги за сообщения, за посты. У меня вот за месяц уже 74, но я особо не парился. 74 доллара заработал. Мне их вывели, все, я на них уже торгую. Я вот сразу, я сначала тоже скептически относился, не верил этому. Вот как все получилось, уже торгую, уже деньги. Сразу решил поделиться со всеми, чтобы все также зарабатывали. Это отличный шанс заработать, причем не вкладывая своих денег. Как и опытным трейдерам, так и абсолютным новичкам. Думаю, 10-30 сообщений в день писать сможет любой. Это, думаю, не проблема вообще. Сейчас напишу, покажу, как, что тут. Проходим на Форекс форум. И вот эти у нас темы для общения. От 5 центов платят до 30. В основном везде 30. Здесь можете как и научиться чему-то, так и поделиться. Новички также могут. Если кто думает, что тут не найдет темы для общения, так это не проблема. Здесь есть разные темы, на которых вы точно можете найти свою нишу и как бы пообщаться там. Вот, например, зайдем в экономические обзоры. Этот форум как бы не только предназначен одной торговле. Здесь есть и жизненные темы. Вот, например, как мы живем. Так что общаться здесь можете, зарабатывать любой. Вон, деградация общества, мифы или реальность. Помощь государства при рождении ребенка. Все как бы, думаю, каждый сможет что-то написать, пообщаться на эту тему. Вот пройдем по одной из тем. Попадаем, вот люди здесь высказывают. Вы можете что-то тоже высказать. Можете кому-то ответить. И так далее. Важное, здесь нельзя ругаться матом, нельзя на других собеседников.
тоже матом их обзывать. Это как бы будет караться модераторами. Может забрать сколько-то денег, какую-то сумму. Могут закрыть доступ на пару дней. У меня такое было. Ругался матом. Мне закрыли доступ, еще и сняли деньги, долларов 20. Сказали, нехороший ты человек, ругаешься много, потусуйся пару дней. Ну ничего страшного, я опять начал работать. Ну короче, относитесь уважительно, а еще лучше почитайте правила форума, в котором все подробно написано. Итак, еще один момент. Чтобы вас пост засчитали, как бы заплатили за него денег, ну, бонус, платят 30 центов в основном, вам надо написать приблизительно вот столько по объему текста, ну, не меньше, а то некоторые люди пишут 2-3 слова и потом еще удивляются, почему им не платят бонус. Мы же написали, что нам не платят. Мало писать тоже не нужно. Вот приблизительно столько и вам заплатят. И всегда надо писать в тему. Если тут тема деградация общества, миф или реальность, то пишите по этой теме, а не какую-то отсебятину левую, там, про автомобили, там, или еще про что-то. За этим тоже модераторы строго следят и расценивают другие сообщения как флут, и тоже могут карать. Так что относитесь к этому серьезно. Ну вот, написали вы приблизительно такой объем, направили, отправить быстро ответ нажимаете, и все, ваш ответ отправляется, он как бы сразу появляется у вас тут. Ну все, тут можете общаться, зарабатывать деньги за посты. Потом, начиная от 3-7 числа каждого месяца, этот форум вам высылает ваши накопленные посты на ваш прикрепленный счет. На этот счет, который вы прикреплены. Вот я за один месяц заработал 74. Мне выслали. И я на них уже торгую. Я их снять не могу, а вот то, что заработаю, я уже могу легко снять. И каждый месяц вы общаетесь. Если вы при торговле на рынке Форекс вот эти деньги не потратили, не слили свой депозит, то следующий накопленный бонус, который вы накопите в следующем месяце, он плюсуется к этому. И у вас уже будет не 74, а там, например, 200 долларов. Допустим, вы там 126 написали, на 126 долларов написали сообщение, оплюсуется и будет 200 долларов. Уже неплохо, уже там можно поторговать на широкую ногу. Так что пишите, торгуйте, это отличный шанс. Я прям вообще доволен. Это шанс для опытных, для начинающих только, те, кто даже не знает, ничего сложного нету. А если вы думаете, что как я торговать буду, я ничего не знаю, я оставлю информацию, я вам помогу, чем смогу. Подкину пару стратегий. Так что это любой, не теряйте шанс. Я не знаю такого шанса. Таких шансов вообще мало в интернете. Писать любой даже может. 10-30 сообщений в день вообще без проблем, думаю. Пишите, зарабатывайте. Еще убедительная просьба, если вы будете обращаться ко мне за помощью, то не надо писать такие вопросы, а что такое вообще рынок Форекс. У вас есть же интернет, у вас есть вот этот форум. Тут можно задавать вопросы, тут много тем по терминалу. Можете вопрос к администрации форума, по форуму тоже спросить. Сначала поищите в интернете на форуме, а потом же в крайнем случае ко мне пишите. Я как бы тоже занятой человек и не всегда могу ответить. Так что все, регистрируйтесь. Инстафорекс регистрация. Все тут обязательно. Руфорум обязательно не забывайте.
Здесь регистрацию проходим и все пишем, прикрепляем счет, начинаем делать посты, писать, строчить упорно. И все, в конце месяца, думаю, $100 любой вывезет. Прям, думаю, вообще в легкую. $100 заработать за месяц, тут это вообще не проблема. Все, всем удачной торговли, вроде бы все рассказал. Обращайтесь, если что, задавайте сюда вопросы. Тут сложного ничего нету. Короче, всем удачного торговли. Думаю, на этом я буду заканчивать свое видео. Все, всем счастливо, всем удачи.